Меня, кстати, Газель зовут. Будем вместе учиться. Меня Саша зовут, это моя жена Татьяна. Мы недавно переехали, еще совсем никого не знаем. А, нам Соломатик говорил, что девочка Маша новенькая. А вы откуда приехали? Из-под Ростова. О, да все мы тут приезжие. Москвичи квартир накупили и сами сдают. Жить не хотят. А нам тут хорошо. Мы в Москве вообще в общежитии жили, а сейчас вот однокомнатную снимаем. Не так дорого выходит. А вы за сколько снимаете? У нас своя. А, ипотеку взяли? Ой, нам до ипотеки еще жить и жить. Да не, нам отец подарил. Здорово. А вы где живете? Так вот наш подъезд. Ой, так а мы вместе еще и с соседями будем. Как хорошо, дети будут дружить. Соломатик, иди сюда. У меня Соломатик добрый, он девочек не обижает. Ну, замечательно. Ну, тогда до встречи. Да, до встречи. Бери колеску, пойдем. О, Господи. Таня. А вы заходите, а мы потом поедем. Да нам не надо, мы на первом этаже вот здесь живем. Везет, я бы тоже хотела. Все, идите. Вы, если что, к нам заходите. Я с Машей посидеть всегда могу. Да если помочь надо. Мы же не москвичи. Вы тоже обращайтесь, мы 142-й живем. Хорошо. Все, до свидания. До свидания. А можно ли сейчас закурить? Нет, сейчас нельзя. А ты что такой добрый, а? У нас у самих еще шторки не вешаны. Ну, она же по-человечески сказала, есть за вежливость. К тому же Машке приятель, чего она скучает постоянно? Он мне понравился. О, видишь? Нашли приятели. С нормальными дружить надо. Тань, чего ты начинаешь? Нормальные они такие же, как мы. А что ты сравниваешь? Откуда мы приехали, откуда они? Завтра. Михалыч, здрасте. Здорово, Санька. Мама. Сашенька. Здравствуйте. Дитёк, господи, как будто 100 лет не виделись. А девчонки где? Так они дома на хозяйстве ждут. Да? Да. Ну иди домой, показывай. Проходите. Так. Давай вот сумочки. Дашка, она что, сама что ли открывается? Да. Ничего себе. Лёнь, нет, ты посмотри, а? Да. Вот это да. Это столики, что ли? Картину сюда, вот сюда прям. Вот прям место есть. Ну, вот это да, вот это машина, вот это я понимаю. А то. Чё я-то? Ну, как чё? Одним днём приехали, а вот, а как обернулось-то? Ну, ты давай рассказывай, чё как, не томи, Сань. Ну, чё ты к человеку-то лезешь, а? Человек за рулём, не мешай ему. Михалыч, а? Когда мы с тобой последний раз тут были? Вспоминай. Ну, когда? Лет 30 назад. Когда дефицит был, жрачки не было. Мы приезжали тут с сосисками затарились. Точно. Под самую завязку. Да и обратно домой. Тут еще цыгане какие-то. Чуть деньги из нас все не вытащили. Ну, потому что у тебя на лбу написано «Ротозей». Грязь была, ой, кошмар. Ты помнишь, а? Везде бомжи какие-то, попрошайки, эти лайки, сумки клетчатые. Два раза у нас эти... Слышь, Саш, два раза документы у нас спрашивали. Страсти господни. Ну, а теперь глянь, а? Чистота, красота. Понастроили тут, будь здоров. Да. Угу. Тайка матери говорила-то киношников возишь. Чё за народ, Сань? Есть какие известные-то? Или так себе? Да я ж съемочную группу вожу. Актеры-то они кто на такси, кто на своих. А-а-а. Да, ну бывает, ага. Санек, я смотрю, тебе навигатор прикрутили там. Вот куда ты лапой полез? Что-нибудь разбирайся в нем. Сейчас нарушу там что-нибудь человеку. Да ладно, я маршрут и так знаю. Ну, поезжай, Санек, спокойно. На дурака этого старого внимания не обращай. Ишь ты, сиди спокойно. Санек, ты прям как это, как москвич, как местный. Да мы с Танькой тоже поначалу с открытыми тами ездили. Не, ну хорошим-то быстро привыкаешь. Ты посмотри, какие дороги, а.
Такие развязки. А? Танька сказала, в Москве. Ну а чё, новая Москва тоже Москва. Чё за новое-то, а? Ну, Москва. Хм, новая. Здорово. Играю в Hearthstone. Будем стараться брать Лего. Хотя вряд ли возьму. На друиде новенько. Гостелинграмма. О, это отъехали, что ли? Что делать? Ну это Акрошаман же. Вот это, во-первых, такой город. Два парада понятно. Больше. Нормально. Ну сейчас вот. Просто больших счетов могу вставлять. Шестая, ну вот, седьмой я ему выставляю, потом он выставляет, потом еще я выставляю, потом еще он выставляет. Будем так по одной мане сидеть, то немного перегрузит, он не сможет время скизать. Если зеро, если зеро, плохой тоже ходит. Но мы еще залетали как-нибудь. Алакир и вся фигня и тому подобное. Это щит Гиная будет. Следующий это игровой автомат и на министерство. Какие фигуры вы? А, бесплатный лем сюда? А лакира? Ну, неудивительно. И Зера следующей картой у него. Ой, Элистрада. Ес, тут и 3-3. Ну, сейчас будем просто хилиться сидеть. Будем завоевывать стол пытаться, если не умрем сейчас. О, лягушечка. Не могу разогнаться. Офигеть, чё. У меня нет никакой раскрутки. Где моя раскрутка вся? Ну я проиграл. Блин. Я могу взять просто, да. Ой, там маленько сможем.
Им, ну и нашел это все. Так, если Маликас, мы выиграли. Он этот меня. Ну, этого я не могу я выиграть, ну просто. Еще не особо хороший заход, плюс это агро-то. Вот это нормально. Он с Ктуном расколотом это. Такой же, как и я, балбес. Неплохо. Буйный рост. Буйный рост. Вот это. А вообще нафиг это надо все. Меньше. О, читки на арену. Ты думаешь, что затыкивать будешь, чел? Что я крестом мало? Чел, ты можешь так затыкивать здесь? Я же понимаю, что не хочется разыгрывать карты. Ice on big. Ой, игровой фильм. Можно мне дарк рот найти? Ну, давай автомат сделаю. О, аппарат планет, хорош, все. Вы что разыгрывать будешь? Хотя у нее есть леди или Адриан? Для Дейнджа. Хотя какая идея, потом называть. Как-то там девка Анакондра. И то у него может что-то и светило, но. Ну давай, удивляй меня. Ну, а, ну леди Анакондра, да. И пошла раскруточка. Может же раскручивать было так.
раскруточка. Все бесплатно сейчас в руке. Ты найдешь чистку на него? Резонанс. Опа, да. Снова покрутимся. Что за бафы? Вот он неплохо, кстати. И что мне делать здесь? Дар природы, спасибо, спасибо. Так, смогу. А если я сюда сейчас... А ведь сразу достану. Блин, ну это Элистраза. Нормально. Ну нормально. Против агроты. Умеет распределить полетов. Неплохо. Ой, на глазок столько зашло. Тогда природы. Фокарта. Больше хочу. Сюда. Разве его берешь? Первым у него стоимость уменьшенная. Странно. Хилимся, живем. Эти игроки, конечно, столько тут. Спасибо, что не плюс урон. Если я сейчас сделаю хороший добор. Что-то такого меньше. Такая же карта. Меньше.
Ну все, хана, мне тут опять эта грота напала в меня. Что-то потерялся, челик. Следующий ход не переживем. И что мне делать? Я не переживаю следующий ход. Спасибо за два кристалла мана. Неофитку ему поставили. Ну что, затем 1, 4, 6. Вот две вообще. Ой, короче, игрота не дает играть этой колоде. Так, и мы... Я выживу. Будем так же Так, Данчик, привет. Оставил так вот активатор. Очень хороший первый ход от меня будет здесь. Скорострельность можно было выкинуть. Демонология? Демоновидение? Вообще зачем темная колода? Что это такое? Чего? Дестабильно скверно плюс сквердософия? Удвоен заклинать, да. В лицо ему дай, пожалуйста. Спасибо, друг. Сейчас носорожка будем брать. Носорожки сила. Четыре урона, неплохо.
Мангальчок. Чел, ну ты серьезно? Сколько я возьму? Ту-ту-ту-ту-ту. Отхил будет у тебя? Не будет отхила. Бывает. Мне кажется, это ошибка была. Ну тут взрывная. Ну вот и пошел первый отличник. Ну такой несерьезный. Так он все задамажил. Три хп, окей. Не бачил типа такого. Опа, тактика стаи сюда. Чего нельзя было единичку добить? Все. Все срез души. Сколько он? У него 8 фрагментов души в колоде. Офигеть. Спасибо за то, что мне дали карту, которую залетали. Камушек. Не камушек! Так, меня скорострельный, прозрачный выстрел. Не, прозрачный выстрел сейчас не особо, потому что у меня на стрельбе будет. Говорит, а, опять истерия. И сейчас весь мой стол чистанет. Спасибо, что оставил хоть одно существо. Так, я так делал. Так, против меня субъект не игрота какая-то. Только вот это вот. Спасибо.
Две дороги, это этот, короче. Токен. Нет. С токеном ничего не сделаю. Барматуны пошли. Прелестное нашествие. Монетка. И что я сделаю против этого? Как вообще можно сидеть в Алмазе с этой токен-колодой? Раз в 100 лет у тебя что-то прокает. А вот мне должно... Здесь как рыскать будет. Сразу нормально так лучше. Зря вылез сразу. Нормально. Вот и не влом было ему потратить. Ну, соседям друг перейдем.
Забавно, что у него в колодеже изначально. Странно, это. Ну это не изначально у него деревья. Ну, дело против такого. Делаем вот так вот. Ну, будет. Круто, чел. О, офигеть. А зачем я забыл? Кольцо света вообще шикарная штука будет. Зачем моему клубу похитить на 3? Уйдет тут 9 хп. Маска туда. Нет, откуда он? В колоде сносит. Ну что, найди что-нибудь стрелы эволюции, они могут все влететь в ядовитого скорпитика. Тешаться того, ну.
Еще одна маскатуна. Не выполнил. Опа, забахнулся. Опа, Симона. О, это сейчас шикарно. Один раз ударить Савура, и он умер. Огненный шар на десяточку урона, на... Я просто заберу тебя его, сейчас, чел. О, этот ветер мог двоих забрать. И что делать? Пробовать воровать в любом случае. Воровал. Чисто украл. Сколько здесь? Два. Они умерли, две штуки же. Ну да, тут четыре урона. А ну так, все, 4 ровно. Йок, все ровно. Заклинание за мной. Спринт, а что ты спринт сделал? Ой, чел. Сейчас посмотрим, что сможем сделать. Чё, блин, есть что-нибудь на такое? Нормально. Опа, апнулся. Ну, списывание и списывание, да? Что в этом такого? Там списывание, короче. Не списывание. А что там, говорят? Махинации, шалости.
Ливнул, что ли? Неплохо. Может, в этот FPG поиграем? Волчин какой-нибудь. Не, на том прикольно. Бесплатно, но вообще не. Так. Сейчас будем делать, думать, что с себя. О! Хорошие свинюшки. Так, и что мы тут делаем? Так. Забужно. Плюс еще. Фига, он такой пророк, тролль чисто.
А, нет, объяснение, кстати, Джек не раз заходит. Свинюшки хорошие. Одна свинюшка. Ну да, купить ее по приколу. У него морда был покрыт и два дедит. О, фигня. Шесть девять, нормально, слив. Едущего. Ничья 8%. Бывает. Надо больше стимулировать девчонка. А, ты не принёс кристалл? А, ну, откуда он приехал? Ты, блядь. Дальний кристальчик. Это тупогрывая, дубогрыв. Боксеры такие. Отбоксировали кошечку. Внутри медленно. Да. Я из мисплей сделал, кстати. Обидно уже мисплей. Почему же так? Так, и на автокардаж.
Я сам так понимаю. Ну тут, наверное, победа с хорошим коэффициентом. Ой, фигня, фигня, мне что-то выпало. Ну ладно, пусть. Блин, это на автокормёжке, так. Я хочу запихать, прям, чтобы дофига, блин, было. Опс, победка. Налетал даже из навяки. Череп, у меня 3-3. А диригатор вы его, да, сидит? Ну, там бахряк есть что-то. Кормим их, его даем добавочки.
Что делать? Так, найти свинью какую-нибудь. Хорошая свинья, кстати. Я думаю, тир один свинья. Хорошая, это опять же свинья. Перекинь его в момент, так вот. Вот так, забафаем сейчас через это. Посмотрим, как. Ну, победочка. Правда, без баблов особо. Найс триплет. Здесь надо взять как-то. Ну давайте. Чем так сделаем тогда? Свинья на продажу пойдет. До этого все выкачать. Че, я думаю, скоро вообще под продажу пойдет. На себе выходили. Какие-то бабы собирать. Суточка. Че, он че выжил после такого? Сколько? 23 хп осталось. Мы делаем вот такую картинку, как мы. Давай. Неплохой вепрь. Так, это мы подаем нафиг.
немножко плохо, но не критично. Ну ничего страшного такого, критически. Чего какой-то чел на свинобразах, 6 свинобразов, меня их 5. Маленькая такая снажовочка. Тут такой боксер, это с дубиночкой. С рыбой. И этот динозаврики. С мачете. Что у нас тут? Ну, сотка на вылет у нее. Пока, Бог. Это опять их морока. Ядовитый. Получил. И первое место. Можно пойти опять на место стране в рейтинг выиграть. На писк игры. Хотя нет, опять. Хочу проиграть игры, идите.
Так, у нас Мальгас и есть бусты природы. Можем раскачаться через пустую природу, это у нас будет, блядь, сфера всезнания, нифига себе. Потом, так, сейчас ман дается, где вообще будет 8, 9 маны маленьких. А там смайлик и сепарат планеты, дар природы будет, все будет. О, да, природа уже зашла. Так, ну, 5. Я беру 5 карт, ну, сейчас, почему я 5. Я беру не 5, я беру 6 карт с Мальдикаса. Довольно интересно. О, интересно, это как? Интересно, что это такое? Понятно. Значит, ты одну карту у нас ГЭ, у нас есть хороший ход, прям это... Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. В общем-то понятно, есть хороший подход. Главное, чтобы кто-нибудь такой хороший сейчас не горел, пусть озарение сгорит. Что это? Дар природы сгорел, это очень плохо. Я мог еще билку прожать, кстати, да. Я мог прожать билку. Так, у меня сверх просто по голове дал и радует. Неплохие карты, между прочим, заспавнились.
Так. Что я сделал? Типа они разбили. Что там за карта будет хотя бы? О майок! Хорошая карта. А там что за совершенно будет, да? Герой автомат тоже неплохо. Там, что ты сделаешь? 5 ходов по тайту. И вот так делаю. Он съел моих существ! Еще и на автоматик. Четыре мало, все это делаю. Ну, это, конечно, сильно было. Как убить контроль креста. Через пару планет надо его убивать. Так, не надо. Хорош съел. Пара планет достал. Насколько, чел, ты не знаешь, что ты натворил? Но. Зачем так мы как-нибудь вот так вот? А дальше как пойдет? Ой, а карточки не можем разыгрывать. Только с драконом, блин. Ну и посмотрим, что он сделает. У него есть 2 карты, можно сыграть.
прославления. Спасает его. Истерия. Неплохо. Завезло телеку. Он не офитку культ, что когда он завязал, захотел завязать ему карту. Этот планет я не офитку дал, я ничего не делал. Не усик выиграем, наверное. Надо было сетапить летал, когда у меня был, точно летал, там из эра была. Потерпеть немножко. Еще было бы. Так, я где-то поспешил. Из-за этого проиграл. Сейчас еще хилится. И идет девка. Значит, убивает Зеру. А он убивает уже им. Чилит. Ну вот и правда сейчас как-то хилится получается, что тут 12 урона, 3 хп останется. Истерия, что это? Бурославление? Офигеть, а кто этого додумался? Ну все, он фул хп. Это трэш, конечно. Ладно, короче, поспешил, нафиг не сделал. Ачивки получил, кстати. А, это не новые ачивки. Тогда пофиг. Ладно, пойдем опять сегодня БД играть. Так, Олег через рек сразу, давай через рек. Вот, все, звери есть, звери есть.
Так. И вот так что. Следующий ход у нас будет такие две коровы. Как-то такое Илон Маск двухгосьми. Плюс треплет цифра. Мы треплет будем в третий делать. Пиратика еще получили. А если еще потом еще Афлос сейчас зарашу. Побежали пираты. Я могу еще, наверное, могу прям зарашить, наверное. Блин, я реально хочу апнуться еще. Я могу там еще опять апнуться. Просто улететь. Там какой-то далекий тир.
Так, напомнимся еще. Ну и это как бы нормальный такой раш, наверное. Сейчас идут. Ну, проиграли. Дайте мне мертвяка. Меня сейчас задамажили, должны дать хилить. Но... Хорошо, и мы тут пам. Пам, смотрим, о чем мы играем. Мы играем от зверей. Нанести, короче, попугая. Все, еще попугая. Кайфуем. Попугай, барон Ривенда. И у нас получается мега шка. И можно еще вот так провернуть. Хотя, если мы выкинем его, он еще даже лучше будет. Потому что крыса берет, разбивается, и он забахивает всех крыс. Смысловый. Ну ладно, пусть будет тигр. Кошечка, не знаю, зачем брать. Попуга можно? Обыкновенного попугая. Давайте. Попугая! О, попуга! Ай, что я делаю? Капец, что я делаю? Я как все зарубил, скажи. У меня есть попуга. Но нету. Ну, крыса развивается. Есть. А, ну крыса развивается, попуга бафает. Все.
Что уйди? Она сейчас не вылезет. Что я так попугал в голову засел, что я не смог остановиться. Разбивается, дальше это разбивается. А он просто не огромный у него. И вот так. Да. Гиганты. Реально тупо гиганты. Посмотрите на них. Не создан, чтобы убивать. Я 5% выиграл. Надо провокацию сюда кидать обязательно. Конечно, все круто. Добавлю, как сколько раз уже повторяется стул. Ладно, сейчас попробую, надо найти что-то ценное. Пару ревизора там, например. Второго попуга, сейчас второго попуга вообще по-моему. Интересно было. Ой, тут поражение. Ну, не смертельное. Ну, челики получше. Надо найти барона Ривендера. С ним-то дело пойдет. Так, смотрим. Вот это хорошая карта. Пожалуйста, вот это мне карты. А это рофл? Ну, есть гиена. Ну, давайте в носорогов пойдем пока. Носорог, это ТДЗ возьмем, все. Крыса уже не актуальна. Надо продавать крысу, идти через более разумные вещи какие-то. Найти что-нибудь. Барон Риндера хотел бы найти. Что это такое? Царапка, ты говоришь?
Странный челик. Как он вообще, ну, выше меня был. Ну, Маша не двинется. Вот так сделаем. Придется продать крысу в разных целях. Ой, пираты! Там крив сейчас должен быть хороший. О, победа, 77%, серьезно? Ну а, клик. Все. Ну, по-хорошему бычку не надо. Ну, то пойдем, задобажили так неплохо. Убили Сайлоса. Можно барона Ривендера найти? Пожалуйста. Барона Ривендера надо. Все-все. Я в шоколаде. Ни одного попуга и ни одного барона Ривендера. Ну, в смысле, ни одного попуга и еще одного. Ударили там. У меня мамаша была. Нормально там. Тридцаточка. Тух. Я хотел апнуть, я уже начал кристать. Еще один поросеночек. Пусть так пока.
Реально барона Ривендера нету. Это, конечно, копиал. Попугаев нет. Ладно, волчица мне одну поставила. Но ты ее даже надеюсь. Тут толстокожик. И толстокожиков собрал два золотых, а барона Ривендера я до сих пор не увидел. Два золотых толстокожика. Выигрыш, что ли? Тут у меня демон огромный. Так, ослабили хватку демонов. А, толстокожика хорошего. О, 10-10, толстокожик. Да, вот это не повезло, конечно. 19 на победу было. Еще одна собака. Триплет. Мексна. Вот так вот неплохо было. Но... О, Ара! Этот Барон Ривендер, это просто усласть. Чего у тебя там дракончики твои? Победа. Опа, со смертником делаешь. А барон Ривен... Вот это пошло, поехало. Нормальный такой подгончик. Неожиданно и приятно. О, барон Ривендер, это можно найти?
О, 96% победы. Хопа. Ну там все в таунтах. Нет. О, остался чё с пиратиками. Барон Ривидеры зашли. Ну, пусть одного барона найти все. Сколько? 10-10 получилось. Хотя если золотого попуга иметь, Может, 100% победа спасенная смерть. Я такой пах центр. Все, стер. А типа щелчок Таноса. Какой щелчок Танос? Что я уже несу, блин? Пусть быть зарело. Или вот тот человек, который копит денежки. Так, что у нас тут? Так вот. Ну вот и лемчик есть. Нет,